Всем привет! Осень – пора, когда у большинства из нас отпуск остался в прошлом и наступило время с головой окунуться в работу. А вдохновиться на трудовые подвиги поможет новый деловой костюм. Всевозможные сайты предлагают женские костюмы для работы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Доказано, правильный костюм приводит к ремиссии болезни «мне нечего надеть». Но как выбрать себе такого союзника, который будет сочетаться со всем гардеробом? Если в вашем гардеробе еще нет классического костюма, значит, вы плохо слушали советы стилистов, модных журналистов и дизайнеров. С начала 20 века брючные пары медленно, но верно начали экспансию женского гардероба, а в 80-е выстрелили так, что эхо от залпа мы слышим до сих пор. Неоспоримое достоинство такого костюма заключается еще и в том, что вместе с ним мы приобретаем сразу две вещи – жакет и брюки, которые автоматически предлагают нам дюжину различных комбинаций с другими вещами гардероба – от спортивных худи до вечерних платьев. Если перед вами стоит задача приобрести один костюм, но идеальный, лучше обратить внимание на глубокую палитру, например, на винный, изумрудный, индиго или на натуральную природную гамму – от оттенков соломы до палитры специй. Такие с меньшей вероятностью вам надоедят, не заставят вас покупать еще сотни таких же и не будут захламлять гардероб. На сайте Wildberries женский костюм для офиса можно приобрести со скидкой за 4914 рублей. Его прежняя цена 15 тысяч. Состав вискозы 10%, эластан 10%, полиэстер 80%. Цвет серый, в наличии весь размерный ряд. Удлиненный жилет, классические брюки, боковые карманы, есть второй ряд пуговиц. Костюм немного больше мерит. На сайте Озон классический женский костюм предлагают со скидкой в 71% за 3749 рублей. В наличии 42 и 44 размеры, состав 60% полиэстера, 35% вискозы, 5% эластана. Стиль винтажный, воротник V-образный, треугольный, талия завышенная, рукав длинный, брюки длинные палаццо, пиджак украшен одной пуговицей и карманом. На сайте Яндекс.Маркет женский деловой костюм Дезли Стайл продается со скидкой 45% за 3347 рублей. Состав 70% полиэстер, 30% вискоза, цвет фуксия. Костюм состоит из жакета и укороченных брюк. Силуэт полуприлегающий. На сайте Джентльмен Лига женский брючный костюм можно приобрести со скидкой в 10% и за 7900 рублей. Состав хлопок 50%, вискоза 45%, лайкра 5%, цвет белый. Костюм украшен золотой фурнитурой, брюки укорочены, узкие, пиджак двубортный с карманами на клапанах. На сайте Малина Бонита женский костюм сейчас можно приобрести за 10 500 рублей. Комплект трикотажный, жакет и брюки клеш. Цвет глубокий синий, размер от 40 до 44. На некоторое время приталенные жакеты ушли в разряд антипокупок. Стилисты то и дело агитировали сжечь устаревшие модели на костре вместе с брюками скинни и приталенными пальто, подкидывая в полымя рваные джинсы. Времени на переобувание в воздухе понадобилось не так много. И вот мы уже наблюдаем триумфальное возвращение приталенных жакетов с одной важной ремаркой. Приталенные – это не в облипку. Самые актуальные модели сейчас с увеличенной линией плеч, которые создают своеобразный силуэт песочные часы. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!